Хайоу, гайз, с вами Шумики, и мы продолжаем проходить игру под названием Зеркало Тайн. Так, в прошлой серии мы починили с вами часы, и у нас открылся новый какой-то зеркальный мир. Погнали. Тронный зал. Что тут происходит? Где я? Боже, как тут холодно. Король сидит. Приветствую вас. Я король этих земель. Оглянитесь вокруг. Все это результат так важного для меня урока. Никогда не ссорься со своей женой. Оделия, королева и повелительница огня оставила меня одного, и я до сих пор не могу подобрать слов, чтобы извиниться перед ней. Теперь тут все замерзло. Заставя ее простить меня и найти подарок, который бы ей обязательно понравился. Взамен я дам тебе осколки зеркал, которые ты ищешь. А, короче, это... Роза, все, спасибо, вы спалили то, что мне нужно найти. Так, как я понял... Это ледяной король. Хорошо, что нам нужно найти? Какие-то части. Мы нашли это сюда, да, их нужно? Светильничек. Рога. Графоника внешний херов, поэтому немножко тяжело искать. Сковорода. Еще всякая фигня. Окей. Так, две вещи мы нашли. Так, череп нашел. Часть светильника. Только я думаю, светильник будет немного тяжелее найти всех остальных, потому что они какие-то... Ну уж слишком... не выделяющийся. Так, сковорода. Так, начнем тогда с этого. Так, камешки разместить. Так, это наверху ламп. Так, что? Рога. А, я думал, это светильники. Это висельки. Так, мне нужно одну часть сковороды найти где-то. И часть светильника. К сожалению, я этого нихера не вижу, хотя... Не-не-не, показалось. Сковороду я нихера не... О, нашел. Часть светильника нашел. Так, посуду. Куда нужно посуду? Туда точно не посуду, туда дрова. А, посуда у меня оставилась. Хорошо, теперь осталось мне нужно найти эту херь, но я не уверен, что я ее найду. Поэтому... А, не, нашел. Я думал, что это ошейник на кабане. Оказалось, нет. Или это медведь? Нет, это кабан. По зубам кажется кабан. Дикий. Так, тронный зал. 7 штук мне нужно разместить. Нихера себе, замороженный мир. Или замерзший, ладно, мир. Врата замка, это тронный зал был, а теперь врата с замком. Great. Снег. Это еще не хватало. Я не переношу холод. Ой, это же незаконченный снеговик. Походу нам нужно закончить снеговика, найти какую-то херь. Одна спрятанная. Лопата почти вся спрятанная. Одежду. Это одежда или флаг? Кажись, это порванный флаг. Какой-то бубен. Я не знаю. Так, окей. Тогда давайте искать, что здесь у нас есть. О, нихера себе деталь. Часть бубена, черная херь. Веник, совочек. Много всего. Палка, боже, тут большинство просто вещей, которые именно относятся к этой атрибутике, но хер поймешь. Так, ладно, палочка. Часть снеговика. Где-то черная шляпа. Черная шляпа. Вот еще какая-то черная херь. Окей, буби нашли. Врата. Внутри ворот. А вот она, оказывается, что. Это все еще может где-то быть спрятано. Окей. Так, ну здесь, походу, только нужно рычаг найти. Здесь... А, то, что типа... Да, я понял. Здесь мы все можем найти. Эти части.
Сейчас здесь снеговиках хер найду, я чувствую. Что это? Что это я такое нашел? Окей. Окей. Я ни одной части вот этого не нашел. А. Ха. Серьезно, да? Вот так. Типа флаг висит. Надеюсь, не заметим, что флаг висит где-то рядышком с другими флагами. Это ж так незаметно. И я не подумаю даже, что это та вещь, которая мне нужна. Так, снеговик. Часть каких-то ножниц. И еще белая часть полотна. Так. Ножницы, я почему-то думаю, что это они. Серьезно? Серьезно? Я же нажимал тогда. Ну ладно. Знаешь, что-то тогда пошло не так. Все в другом мире. Поехали. Кухня. Она довольно сложная готовить здесь без огня. Они... Искорли все королевства. Королевство что-то на хм. Кажется, на этой плите не хватает горшков. Может, сковородок? Так, невероятно. Наверняка я смогу отыскать в этом беспорядке. О, ништяк. Так, лучок мне нужен, перчик. Часть ножа. Часть ножа. Хорошо. Внутри деревянного сундука. Так, хлеб, перец. Перец, хлеб я не вижу. Хлеб нашел, ладно. Так, стаканы, кувшинчики, буквы, символы. Это вот это? Ё-моё. Так, бутылку. Так, сковородки сюда. О, на них были знаки, оказывается, даже. Я нашел знаки, остался найти где-то лист. Бокалы, стой, я хотел бокал взять. Ага, он не берется, хорошо. Так, нож. Так, где-то осталось найти, не знаю, что это, скорее всего, молотилка. Часть молотилки. Так, кувшин. Так, хавчик мы нашли. Хавчик сюда. Нож, 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 нож. Так, бокалы наверх. Нож сюда. Ну, это, не знаю, кубки считать. Быстрее можно. Так. Какая-то деревянная херь. Если это хотя бы деревянная херь. Не, ну... Фу-фу-фу-фу. Так, чё-то я нихера не вижу. Но это точно здесь. Это точно здесь. Точно здесь, но где? Ладно. А, у меня лопатка, у меня еще есть. Помощь, поехали. Чего? Чего? Серьезно? Блин. Так, куда это нужно было поставить? Где-то здесь, да, светилось или нет? Не, если взялось, значит нет. Все? Или нет? Я же все выполнил. Нет. Точно нет? А ну-ка, книга. Мне нужно найти одну часть чего-то. Лист, точняк. Он так замаскировался, я уже и забыл о нем. Окей, книга. Блин, книга. Мне почему-то наша путешественница вспоминается. Где мне тогда часть листа найти? Так, ладно. Лист, 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 лист. Скорее всего, лист будет где-то... А, хотя... Смотрите, он, оказывается, был невидимый. Классненько, классненько. Ну-на, ну-на-на-на-на-на, классно. Я думал, это просто прозрачный лист такой. Так, старое оружие. Подожди, если замороженный замок, скорее всего, королева Шогненная, значит, мне нужно будет еще
В огненном замке искать что-то. Те символы на стене выглядят знакомые. Интересно, что они означают? Может быть, это что-то вроде кода или тайного послания? Что ж, я не знаю, пока не проверю. Ты имеешь в виду вот эту херь, да? Но у нас есть вот такая вещь. Ага. Вот так. Поместив магические руины около стены, вы провели в действие выключатели. Кликайте на выключатели, чтобы переключить их. И постарайтесь подобрать нужный код. Окей. Ну, в принципе, нужный код. Почему ты светишься? Окей. Раз. Б. Ты. М. Все. А, так, а почему оно было нажато, я не понял. Все. Я просто не понял, почему оно светилось. Так, что-то отодвинулось под звуком. Шлемак. Так, здесь части рыцаря я могу найти. Потом часть булавы. Так, хорошо, булава, часть булавы, раз. Больше не вижу, рукавичка. Посох. Так, часть шлема, щит, перевернутый. Часть щита перевернутый, нитка и иголка. Так, вижу нитку, иглу я не вижу. Так, окей. Мне, вот, часть молота. Щит. Белое знамя. Часть щита отломленного. Так, знамя. Игла. Игла. Какая-то шайба. Так, часть щита вижу. И осталось где-то найти иглу. Это она? Нет. Тык-тык-тык-тык. О, я понял, окей, нельзя много тыкать. Хорошо. Где игла? На картинке она огромная. В реальности она... Во, нашел. Шпицу. Мы сделали одежду. Это для снеговика. Угу. Прикольно, хорошо. Мы все здесь сделали, все нашли, да? Хорошо, здесь больше можно... Можно сюда не возвращаться. Замороженный сад. Замерзший сад. Цветы не могут расти во льдах. Бедная роза, она похожа на камень. Нужно найти способ, чтобы немного ее согреть. Может быть, под всем этим снегом скрывается еще немного интересных вещей. Так, окей, какая-то деревянная херь, поместье, херь, доски. Так, роза в чем-то. Роза в чем-то. Сюда нужна вот эта херь. А это лейка даже, так. Мне нужно будет, походу, согреть где-то воду, чтобы эту лейку сделать. Так, я ж... Так, это лейка, хорошо. Лейку мы сделали. Лейку я забрать не могу. Угу. Так, древесина. Древесинка, палка. Палка еще вижу. А. И все. Нет, еще кукушкин дом нашел. Да, это птичкин дом. Так, лопата. Стопы, лопата у меня есть. Еще часть палки. Палка это рычаг. Рычаг у нас находится в другом. Ладно, давайте тогда я найду вот эту часть. И отправимся тогда мы назад. Как двору, кажется. Нет, там мы заморожены. Так, это сад, стопы. А мне нужен двор. Так, часть древесины. Где может прятаться древесина? Плюс серого цвета. Древесина серого цвета. Так, ладно, ее тут нету. Я ее не вижу, если честно, поэтому... А, окей. Так, эти дрова мне помогут в костре. Это в доме короля.
Так, место... Не, место не полностью, потому что еще роза. Хорошо. Поехали, врата сначала пойдем. Заюзаем палочки. Вы попытались поднять мост, но ничего не произошло. Должно быть, он примерз к земле. Поэтому вам надо попытаться как-нибудь разбить лед. Лед. А где именно лед ты имеешь в виду? У меня есть кувалда. Где лед? У меня есть кувалда. А, ты имеешь в виду и этот. Окей. Значит, больше туда мне можно не идти. Снеговик. А, тебе не нужен шар? Все. Я думал, шарф ему нужно. Так, все, остался король у нас. Пойдем к королю, потому что нам нужна горячая вода, походу. Так, начнем с рыцарем. Что это? Это платок? Что это такое? Я не... Окей, хорошо. Так, кувшин. Это ты? Так, доски сюда. Что это? Бубен? Королю нужна роза. Так, щит наверх. Мальчик. Хорошо, остался замороженный сад. Хотите сказать, я могу розу с... А, сначала обрезать, потом розу взять. Даже так. Окей, замороженный сад. И отправляемся к королю. Я только не знаю, как я буду эти делать себе. Заставочки. Король, держи розу. Роза из прекрасного сада. Она обязательно понравится королеве. Спасибо, что спасла последнюю розу в этом королевстве. Возможно, теперь королева простит меня. В качестве награды за помощь, пожалуй, примите эти два осколка зеркала. Изи. Как я вижу, вы сделали для короля что-то очень важное, раз он подарил вам эти осколки зеркала. Я не могу его выносить с тех пор, как он поругался с королевой. Теперь все изменится. Думаю, это благодаря вам. Я бы сказала вам спасибо, но не уверена, что будет именно что-то там. Окей. Замороженный мир. Хорошо, у нас открылся новый мир. И кажется, это огненный мир, почему-то я так думаю. Поэтому давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.